Ты что, Вика, сказала? Это насчет того, что это... Надо себе решить, что я сказала. Она вообще должна прилетать снова сюда? Кто? Вика. Ну да. А когда она прилетает, ты знаешь? Я не знаю, потому что был разговор, я говорю, а когда ты должна прилетать? Я пока еще точно не знаю. Угу. И она же сказала, что Лена сказала, что я буду... Если ей нравится, поспить там. Мне нравится, нравится. А будет потом говорить, ой, сестра, прости, я по этому компьютеру. Она тоже с приветом хорошая. Ну пусть тогда в твоей комнате где-то удобно была она, пусть тогда. Ну пусть она там и этот, а я туда пойду вниз. Там хорошая кровать. Ты же там же спишь все время, ты же часто, бывает, лежишь там, да, я говорила. Ну, лежала, да. Сейчас не лежу, тут у компьютера что-то. Она как-то сказала, я говорю, а ты вообще собираешься прилетать, или что? Ну ты ж уже не такая, что ты такая? В смысле, ты ж не такая, что ты такая? А какая ты? Ну, наверное, что я вот тут вытянутая. Ну, куда ж помню? Ну, мы же тогда с тобой ходили в магазин, и я говорю, ну так а что, сейчас нельзя ходить в магазин со мной? Ну, Ломбарда сейчас даст тебе таблетку, будешь помнить, чем... Лучше, чем... Чем мы. Будешь все нам подсказывать. Ну, так он же даст другого типа таблетки. Ну, сейчас даст двухфазе таблетку. Так подожди, двухфазе же я вообще буду... Не, чтобы будешь все помнить. Ну, пусть дает. Пусть дает таблетки. Раньше что-то отдавал. Ну, это потом рвота началась. Рвота началась. Сейчас я с ним поговорю, что это за таблетки такие. Может, сильную дозу тогда дал. Может, другую какую-то надо. Ну, посмотришь. Вы же общаетесь, понимаете друг друга. Это я не понимаю. Она тут улыбалась и говорит, она это где? Она это туалет. А, видишь? Нет, ну я понимаю, туалет. Она с медсестрой стояла, это же такая... Кто вот, она? Медсестра одна и другая. А, шла. Вторая. Угу. А что ты тут же чушь? Она там, говорит, это... В туалете я. Да, в туалете. Угу.